15 февраля первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алибек Алибеков принял участие в ВКС по вопросу включения республики в инвестиционный проект приобретения подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг. В ходе встречи был озвучен вопрос оказания консультативной помощи при заполнении заявки, утвержденной распоряжением Минтранса Российской Федерации. Сейчас региональным Минтрансом совместно с администрациями городских округов обрабатывается вопрос формирования заявки Дагестана для участия в проекте, благодаря которому осуществляется приобретение в 2023-2024 годах автобусов среднего, большого и особо большого класса, а также транспортных средств, доступных для маломобильных граждан. Они будут работать на дизельном или газомоторном топливе. Анастасия Колесникова, Сиражуддин Магомедов, новости, телеканал «Среда».